Ну і вже в третій раз відновлюється банер Алея Пошани. Всем привет, Днепр на связи. Несмотря на выходной день, у тех ребят выходных нет. Здесь, кстати, видите, ручные голуби, ничего себе. Гляньте. Обалдеть. Огонь. Огонь. О, наш друг трубач там он играет. Тан-да-ран-да. Из-за него нам сейчас могут прилететь авторские права, и звука не будет. Так что сейчас мы пройдем, я вам расскажу, что я вообще хочу вам сказать. Центр города, площадь имени KFC. Здесь у нас песики такие прикольные. Тара-таранта. Та-да-да. О, как старается, видите? Дует в дудку Ростик. Dance again if you want. Та-та-та-та. Ну, надеюсь, звук здесь будет. Если не будет, значит, вырезали. Что, друзья, вообще у нас в городе происходит? Был один сигнал воздушной тревоги. В целом тихо. Вновь собрались люди гроши на ЗСУ. Был митинг, ну, в принципе, кадры эти будут в начале видео. Людей сегодня было как-то совсем маловато. Еще и газуют, спешит, гляньте. ВС, это какой город? Перепутал трамвай со своей машиной. Так вот, митинговали люди, кричали, орали. Продолжаю. Требования их неизменны. Это не 2% на ВСУ, а 20%. Несмотря на то, что бюджет города уже утвержден. Видите, вот так вот. Мопеды катают, если топливо заканчивается. Весело живем, нечего делать. Ну, в общем, так. Напомню, что ранее Филатов называл тех, кто митингует. Говорил, что это просто уёбки. Прямая речь. Ну, сейчас вообще молчит. Как будто пропал, исчез. Никак не комментирует, потому что появились военные среди этих ребят, которые митингуют. И военные сказали, что хотим встретиться лично с Борисом Филатовым, чтобы он повторил это все в глаза. Ну, как-то Филатов желанием не горит. Ну, вот так, друзья. Такая обстановка. У нас, видите, тихо, спокойно. В Одессе продолжается разбор завалов. Более 12 людей еще могут находиться под завалами. Страшные кадры. Особенно наблюдал видео, где стоит мужчина, да, и ожидает, когда достанут из-под завалов трехмесячного ребенка и его жену. Шансы на то, что они живы, они просто практически нулевые. Человек продолжает ожидать. Так и живем. В общем, друзья, желаю вам всего хорошего. Берегите себя, своих близких. И до нового выхода на связь. И, как всегда, туфля, кто еще не видел, достопримечательность нашего города. Вот такая вот штукенция. Туфля из кастрюль.